Итак, веды дают нам исчерпывающий ответ о цели и смысле жизни. В одном из текстов царь дает следующее наставление своим сыновьям. Дети мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело. Однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений, собакам и свиньям. Дабы обрести умиротворение, столь необходимое для понимания смысла жизни, человек должен научиться умерить потребности плоти. Тот, чей разум умиротворен, может увидеть вечное среди приходящего. Чтобы обрести вечность, нужно отказаться от суетного, что под силу лишь человеческому разуму. Люди, не ведающие цели жизни, трудятся ради плотских удовольствий. Вожделея к ложным ценностям, они творят вокруг себя зависть и вражду. Кто живет ради бренного, тот терзается страхом смерти. Притом невежеством полагает смерть, страх и тревоги неотъемлемой частью жизни. Сотворив себе ад, несчастные заявляют, что им вполне повезло.